Не переживай ты так. В следующий раз все получится. С кем не бывает. Со мной не бывает. Может, в больничку сходить? Да хватит накручивать. Почитай мужские форумы. Кто-то явно уже с этим сталкивался. Ага. У кого может не получиться 3 раза подряд? Ну, вчера у Антона разок не получилось. Правда? Конечно. Не думайте, что если я девчонка, у вас так легко получится победить меня в Mortal Kombat. Неудачники. Всем привет! Кого вы можете назвать неудачником? Может, человека, который через полгорода добирался до магазина, но забыл дома кошелек? Или вратаря, который, скидывая мяч, забил гол в свои ворота? А может, того, кому птицы обосрали всю машину, а денег у него так и не прибавилось? Да, всех этих людей можно назвать неудачниками. Но сегодня я расскажу про себя. А именно, про день, когда я считал себя самым большим неудачником на свете. Не таким большим, конечно, как тот, кто пропустил акцию от магазина End Planet, где вы можете недорого приобрести собственную муравьиную ферму, считая настольную цивилизацию прямо у вас дома. Рабочие, разведчики, солдаты и, конечно же, сама королева, вон та, самая толстая. Приходят они в коробочке со всем необходимым для ухода и комфортной жизни муравьев. На них можно смотреть бесконечно, вечно чем-то заняты, о чем-то договариваются, плетут интриги. Минимум хлопот, максимум движняка. А кормить можно не только семенами, также подойдут вареный картофель, крупы, мясо и даже другие насекомые. Но пальцы лучше не совать, кто их знает. Кстати, скоро 23 февраля, не упустите свой шанс сделать такой необычный подарок. Ведь какой мужчина или подросток откажется от собственной армии? Ссылочки в описании, становитесь фермером вместе с End Planet. На этот раз я не буду говорить, что ничего не предвещало беды. Нет, жопа началась с самого утра. Была моя очередь готовить завтрак. Крышка соломки выпала. Яичница пересолена. Матушке вроде зашло. Отцу не очень. Ну ладно, бывает, думаю я, насыпая кофе в свой чай. С добрым утром, блин. Недавно я вернулся из армии, был занят поиском работы, и как раз в этот день у меня было назначено собеседование. Собрав документы, я отправился в путь. Спускаясь по лестнице, я порвал куртку об торчащий гвоздь. Любимую. Единственную. Ничего не поделаешь, как-нибудь спрячу. Проходя через арку в соседнем доме, за мной упала гигантская сосулька. «Удача», — подумал я. «Нет», — прошептала реальность. На тротуаре заметил купюру. Вроде 500 рублей, ну наконец-то награда за мои страдания. Нагнувшись, нечаянно пнул ее. Не страшно. Страшно. Пройдя пару кварталов, да, я люблю ходить, меня остановили полицейские. Подошел под описание грабителя. Паспорт забыл дома. Еду в участок. В камере познакомился с одной девахой. Думал, это любовь. Оказалось, Григорий. Меня отпустили. На выходе наступил в лужу. Что может быть хуже, подумал я и вспомнил, что нужно опять идти до дома за паспортом. Блин. Возвращаюсь домой, беру документ. Спускаясь, порвал куртку еще сильнее. На улице докопались гопники. Их двое, я один. Григорий, где ты, когда так нужен? Ценного у меня ничего не было, но драка состоялась. Разбил руки. Да, именно так я и скажу. Не говорит же правду, что я просто поскользнулся. На собеседование опоздал. Пришел с порванной курткой, мокрыми башмаками, руки разбиты. Мы вам перезвоним. Домой возвращался через магазин. Поздно. Любимого сыра не было. Взял какой был. На выходе задел бутылку водки. Разбилась. Ждал охрану. Ждали администратора. Отпустили. В подъезде украли все лампочки, об что-то запнулся. Посветил, оказалось об кого-то. Яйца разбиты. Дома хотел сделать бутер, сыр испорчен. Магазин закрыт. Пошел гулять с собакой. Она поссорилась с другой собакой. Защищал ее своей ногой. Мне закосячили штаны. Хотелось закосячить собаку. Вернулся домой. Принялся писать второе резюме. Почти закончил. Отключили свет. Нашел фонарик. Без батареек. Свечки кончились. Телефон сел. Да вы издеваетесь. Лег спать. Шумят под окнами. Хотелось умереть. Передумал. Снова захотелось. Наконец-то я уснул. Дали свет.
Так и прошел тот день. Я понимаю, неудачи случаются со всеми, но где же я так накосячил, чтобы это все произошло со мной в один день? Да, где-то я преувеличил, что-то добавил, но поверьте, правок было немного. Да, кто-то может сказать, что это не неудача, это просто я рукожоп. Что ж, есть немного. А слабо кому-то потягаться со мной за звание главного неудачника? Тогда жду в комментах ваши случаи, интересно будет почитать. А кто еще не в курсе, у меня есть второй канал с короткими мультиками, ускоренной анимацией и так далее. Все, чего не будет здесь, будет там. Подписывайтесь, ссылочки в описании. И ставьте лайки под этим видео. До встречи в следующем ролике. Пока-пока.